Добрый день, мои уважаемые подписчики, а также все те, кто впервые зашел на мой канал. Меня зовут Ирина, и это мой ювелирный магазин Нефертити. Сегодня смотрим с вами распаковочку посылки от компании Циркон S. Серебро у нас будет с натуральными камнями и без вставочек. Новинки должны быть. Очень красивые. Так, сейчас посмотрим, что нам прислали. Девочки, распаковка, как всегда, у нас без цен. Поэтому, что кому понравится, уточняйте. Будем разбирать и смотреть сразу, что по ценам. Так. Много тут у нас всякой красоты. Так, накладная, собственно. И вот такая кучка у нас чего-то очень красивого. Так, положили нам, где возможно, комплектиками. Так что, собственно, сейчас и начнем. Так, повторюсь, все цены уточняйте, что кому понравится. Буду смотреть, потому что перед Новым годом посылок много. Не успеваем даже ничего выкладывать. Так. Вот такая красота. Смотрите, это у нас... Давайте буду отдельно. По бирочкам, самой непривычно. Это у нас натуральный коралл. Смотрите. Колечко в размере получается 19,5. Серьги на любую мочку. Так, и к ним, судя по всему, еще подвесочка. Подвесочка бегунок. Сейчас давайте еще раз, как это все вместе будет у нас выглядеть. Очень красивое украшение. Вот так. Целый комплектик. Натуральный розовый коралл, кожа ангела. Так, здесь у нас натуральный ларимар. Смотрим комплектик. Новиночки. Натуральный ларимар. Колечко здесь 18,5. Можете просто фото, либо скрин экрана сделать. Я подскажу по ценам, что будет. Так, замочки с занижением и тоже на любую мочку. Так, ящерки. Ящерки у нас с нефритом. Смотрите, какая прелесть. Фактурные ящерки крупные. Кабошончик нефрита большой. 19 размер у колечка. Как не сфокусирован. Так, и сережки с занижением тоже на любую мочку. Следующий у нас яшма пестрая. Уже смотрите, какой интересный рисунок. Натуральные все камушки. Так, здесь у нас яшма. И в серьгах получается вставочки имитация кахалонга. Колечко 18,5. Серьги-бублички на любую мочку. Все подвижно. Так, что-то очень крупное и очень красивое.
Так, натуральный гранат, девчонки, комплект бомба. Да, отлично, что нам его положили. Я уж думала, не достанется. Смотрите, как прям вишенки, крупные гранаты. Натуральные самородки, кусочки. И, конечно, очень интересная оправа. Так, колечко 19,5. Серьги на любую мочку с занижением. Вот такие чашечки. И вот так сделано высоко посажено колечко. Так, и такого же плана у нас азурит. Натуральная крупная друза. Серьги и кольцо. Смотрите, какая красота. Натуральный прям кусочек. Так, колечко здесь получается 17,5. Серьги на любую мочку. Это прям шедевр. Так, далее жемчуг. Барочный жемчуг натуральный. Серьги и колечко. Жемчуг такой немножко в сиренево, разноцветный такой. Сиренево-розовый. Немножко в зеленый уходит. Колечко 18. Так, замочки на любую мочку с занижением. Бирюза. Здесь у нас ставочки бирюза и натуральный топазик. Бирюза натуральная, прессованная. Тут все на бирочках есть. Так, размер 18,5. Серьги на маленькую либо среднюю мочку. Так, еще один комплект друзей. Так, здесь у нас натуральный аквамарин. Шикарной красоты. Небесно такой голубой, льдинки. Практически не шлифованный. Так, кольцо 18,5. Серьги с занижением на любую мочку. Такая красотища. Очень красивый. Хорошо, что во всех нам камешках пришло. Так, это комплект, судя по всему, с подвесочкой. Натуральный барочный жемчуг. Так, коротковатые веревочки. Сам поближе. Натуральная жемчужинка, тоже вся с отливами. Так, серьги на любую мочку с занижением. Подвеска по типу бегунка, тоже на любую цепь, шнурочек, либо на гривну. Так,
следующее, что-то большой. Большой комплектик. О, с браслетиком. Отлично. Сейчас я его распутаю. Здесь у нас натуральная бирюза. Уже не прессованная. Чернение. Черный рудий, позолота. Вот такая сказка. Как не могу сфокусить. Вот, смотрите, какой шикарный комплект. Полностью браслет, колечко, серьги. Очень все фактурно, очень все классно сделано. Так, колечко здесь 20 размер. Серьги с занижением на любую мочку. Так, и шикарнейший браслет. Натуральная бирюза. Девчонки, ловите. Так, далее. Серьги-жирафики. Идут они у нас с нефритом. Веревочки. Длинные серьги. Очень изящные, натуральные кабошончики нефрита. Английский замок-бубличек на любую мочку. Как не хочет фокусироваться. Так, еще один комплект, тоже с браслетом. Здесь у нас азур малахит. Все разложим красиво. Смотрите, красотулечка. И браслет. Шикарный комплект. Натуральный азур малахит. Смотрите, какие большие площадочки у камней. Браслет, серьги и кольцо. Кольцо 18 размер. Замочки на маленькую либо среднюю мочку с занижением. И браслетик. По размеру здесь не указано. Сейчас буду все мерить. Азур малахит. Очень красиво сделано. Так, комплектик с жемчугом. Так, натуральный у нас жемчуг. Беленький, очень нежненький. Их маловато веревочки. Вот такая красота. Колечко в комплекте 19. Так, и заключительный комплектик. Лабрадор. Натуральный. Вот какая красота. С отливами, с переливами. Черный роди позолота. Колечко в комплекте 19. Серьги на любую мочку с занижением. Вот такая сегодня распаковочка получилась. Еще раз цены уточняем: Viber, WhatsApp, Telegram, SMS, группа ВКонтакте, группа в Одноклассниках и так далее. Ссылочки все закреплю под видео.
это для сравнения с бирюзой. Доставка в любую страну почты России с ДЭК Боксбери. Я надеюсь, вам все понравилось. Пойду писать цены. Вам спасибо, что смотрели. Всем пока-пока.